Позитивный фокус. А это вот мое задание для вас к следующему уроку. Сядьте, возьмите лист бумаги, ручку и напишите все свои достижения, которые у вас были с рождения. Вот с самого детства, что вы вспомните, все свои достижения выпишите списком. И отдельно отметьте те, которыми вы особенно гордитесь. Вот подумайте, вот, что хорошего вы сделали в жизни, чего вы достигли. Второй список – это список счастливых событий. Какие счастливые события произошли в вашей жизни? Сядьте тоже и выпишите. Можете четко описать, четко разрисовать, чтобы у вас появилась картинка этого счастливого события, которое было в вашей жизни. И следующим пунктом – выпишите список хороших качеств. Напишите, какая вы хорошая, какая вы замечательная. Почему вы хороший человек? Вот расскажите, почему вы хороший человек? Вот когда вы сможете, вот это все вот выпишите, мне можете не показывать, можете никому не показывать. Перечитывайте это по утрам. Открывайте, доставайте и перечитывайте. И когда вы поймете, какая вы классная, какой вообще супер человек, может, вы и относиться к себе будете по-другому. Потому что вот проблема тоже в нашей культуре, то, что мы зациклены на негативе, мы вспоминаем только вот какие-то негативные моменты, которые у нас в жизни, вот циклится, ой, какая бедная, несчастная, все у меня так плохо. Девочки, если я вам расскажу о всех неприятных ситуациях, которые со мной в жизни произошли, вам плохо станет. Но я, опять-таки, как я через это все проходила, да, что там есть некоторые ситуации, которые бы нормальный человек, он бы, ну, нормальным не вышел бы из нее, да. Ну, во-первых, да, вот я оставалась в такой в этих ситуациях, а потом я как-то анализировала эту ситуацию, когда я из нее выходила, проходило время, и если воспоминания этой ситуации приносили мне боль, я просто работала с собой таким образом, что я убирала эмоции оттуда. И сейчас я могу спокойно говорить о многих вещах, потому что моих эмоций там больше нет, там частички моей души в той ситуации, ее больше нет. Я ее туда убрала, и все. Я иду по жизни с улыбкой. Что бы ни случилось, у меня улыбка на лице. Я стараюсь держать на позиции, я ищу положительные моменты во всем, в каждом человеке, в каждом моменте, в каждой ситуации. Я стараюсь искать положительные моменты. И когда вы включаете вот этот фокус, да, на позитив, у вас очень много меняется в жизни. Вы начинаете замечать новые возможности, перед вами открываются новые двери, новые люди появляются в вашу жизнь, потому что когда вы на позитивной волне, к вам как магнитом притягиваются тоже позитивные люди. Просто поймите это, я думаю, что, ну, у меня очень много позитивных клиентов. Я думаю, что, да, вот Людмила тоже очень позитивный человечек. Вот все, каково я знаю лично, да. Вот Марина тоже, ой, Марина, вы мне такие письма пишете, мне так приятно. Вот спасибо вам большое. Мне просто вот реально греет душу ваши письма.